Здравствуйте, друзья! Функция Audio Play позволяет воспроизвести звук либо музыку в игре. Итак, у меня есть вот такой вот звук, либо мелодия, точнее, написанная для одной из карт уровня нашей игры. Давайте ее воспроизведем. Сделаем так, чтобы это работало по нажатию клавиш. И в key пишем и вызываем вот такое вот решение. Если нажата клавиша, выбирайте любую, ну, например, Y, то вот наша переменная music. И смотрите, мы можем вот так вот audio. Поставить и найти все методы audio. Вот один из методов audio play. Итак, music.play. Мы здесь заново можем установить громкость, которую воспроизводить, если нас не устраивает один. Один это самое максимальное. Если нас все устраивает, будем воспроизводить той громкостью, которая есть по умолчанию. В будущем ее можно отрегулировать, установив всегда громкость. Но это будет в другом сникете, в другом уроке. Итак, хорошо, сделали. И теперь нажимаем на Y. Сейчас мы должны услышать мелодию. Она быстро стартовала. И уже работает. Ну что ж, у нас с вами все получилось. Спасибо за внимание. С вами был Александр Птичкин, основатель образовательного портала multiroid.ru и разработчик игрового движка CoinJazz. До встречи в новых видеоуроках. Пока!